Здравствуйте. Сейчас я расскажу о некоторых возможностях трансивера MB1. В данный момент трансивер работает в режиме телеграфа, режим CW. Мы можем наблюдать на спектре диапазон 20 метров, телеграфный участок. Сейчас установлен фильтр с полосой 50 Гц. Можно наблюдать, что при отстройке примерно 100 Гц, 100-150 Гц станцию уже не слышно. При перестройке по частоте используется шаг 1 Гц. При увеличении скорости вращения валкодера шаг автоматически плавно повышается и зависит от частоты вращения валкодера. Для работы в режиме сплит можно воспользоваться несколькими способами, несколькими возможностями трансивера. Например, стандартный режим сплит, когда частота передачи может быть перестроена дополнительной ручкой настройки. Трансивер будет передавать на красной линии, на частоте красной линии, слушать на частоте зеленой линии. Для удобства перестройки по частоте, когда мы работаем в пайлапе, можно переключить управление VFO A, VFO B местами между собой, между малой и большой ручкой, и перестраиваться по частоте передачи при помощи большого валкодера. Это удобно. А малая ручка при этом подстраивает частоту настройки основного приемника. Если мы хотим слышать частоту передачи, мы можем включить режим Sub-RX и при этом слушать частоту передачи. При этом мы по водопаду можем видеть частоту, на которой работает корреспондент, который отвечает DX-у. Вот, можем настроиться на эту частоту и послушать. Убедиться, что да, действительно это та самая частота. Вот, и передать свой позывной. Также в режиме сплит можно работать при помощи расстройки. Расстройка позволяет нам перестраивать передатчик на частотах плюс-минус 10 кГц частоты приема. Вот. Аналог, в принципе, режима сплит. Можно управлять при помощи малой ручки. Только здесь мы видим, что VFOB никак не задействовано. Вот. Выключить режим сплита по передаче кнопкой Exit можно. Полоса по передаче, полоса приемника, извиняюсь, переключается при помощи кнопок FD, FU, фильтр Down, фильтр Up. Можно увеличивать. Можем слышать, что при полосе уже 400 Гц, стандартно для многих трансиверов, мощность шумов в полосе приема гораздо больше, чем мощность самого сигнала. Сейчас мы на какой-нибудь слабый настроимся. Сужая полосу, уменьшаем мощность шумов. Остается только сигнал корреспондента.
Трансивер имеет встроенное телеграфное ядро, как и SNSDR2, со скоростями до 60 слов в минуту. Этого достаточно для большинства применений, в том числе для скоростной телеграфии. Все работает без задержек, с задержками по передаче в районе 8 миллисекунд, до 8 миллисекунд. Режим брекин доступен. Для того, чтобы перейти на передачу, не обязательно жать на педаль. Можно просто нажать на телеграфный ключ, на манипулятор, и трансивер автоматически перейдет на передачу. На этом все.